Так, 1 сентября 2021 год, Харьков, 5:36 по Киеву, вот у нас МКС. Совершенно уже в утреннем свете. При дневном свете. Ух ты, даже как-то более-менее стабильно получилось его поймать в кадр. Неплохо. Без жуткой дрожи обычной. Ну, сейчас я вам еще организую это дело. Прямо надо мной в зените летит МКС. Худшие моменты для того, чтобы поймать в кадр. Но лучшие для чёткости изображения. Дальше уже на стоп-кадрах надо будет ловить. Перебор. Вот и все, исчез, да? Ну вот он залетает. Ближе к восходу и просто растворяется в небе. Ну хорошо, уже так получилось неплохо. Пошли на Луну посмотрим бонусом. Сейчас, наверное, даже немножко штатива пущу. Так, выдержку уменьшил немножечко. А, смотри, какой слева от линии терминатора. Кажется, что овальный кратер, хотя, конечно, это, наверное, просто из-за ракурса такое
такого вида получился кратер. Вот, прямо посередине экрана. На тех скоростях, на которых астероиды врезаются в Луну. Рикошетов не случается, я так понимаю. Все падает в твердый грунт, как жидкую грязь болота. Так, ну хорошо, ветер поднимается даже уже. И штатив укороченный не помогает. Сдувает и при нем. Так, 1 сентября 2021 год, Харьков, 543 по Киеву.